решили зайти на первый этаж. Теперь здесь нет вообще перегородок, ни ванны, ничего. Все кирпичи украли. Осталась одна только, раствор только. И так в каждой комнате, в подъезде, в лифте. То есть здесь раньше были стены, стояли уже? Стояли, готовые. Вот, остались растворы вот здесь. Вот это все, это были стены. Здесь все воруют. В одном из помещений уже подготовили, видно, кирпичи для последующего вывоза. Между тем, у имущества есть арбитражный управляющий, но никто не наблюдает. Конечно, люди надеются на то, что рано или поздно дом будет достроен, но, безусловно, для бюджета это тоже вопрос затрат. И вот эти, то, что мы видим, уже разбитые стройматериалы, расти трава вон уже начала на доме, безусловно, это нарушает целостность конструкции, и существует опасность того, что достроить будет невозможно в таком состоянии. Вот она, красивая рязанская земля. Видите, поля бескрайние, просторов, строй не хочу. Ну вот, к сожалению, такая же бескрайняя лень, неорганизованность, нежелание, халатность у тех людей, которые могли бы принять решение для того, чтобы помочь рязанцам, людям получить оплаченное жилье.